саундтрек. Внимание, встречайте, любимый город. Город Харьков. Дамы и господа, современное телевидение – это сплошной кошмар и жесть. Так бы хотелось, чтобы все было добрее, чтобы могли смотреть дети. А мне, как не мне, знать, что хотят смотреть дети. Ребята попросили объявить их. Ребята, объявляю. Саундтрек к самому доброму фильму ужасов. Смотрите. Привыкла жить одним тобой, одним тобой. Тихо. Встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно. Шо, астма прошла? И повторять. Шо, астма прошла? Тебе лишь одно. Одно, не два, а три. Знаешь ли ты, как долго тебя искал, гнался я по лесу, зайчика испугал. Сердце твое теперь в моих руках. Не потеряй его. Не капай на кровать. Знаешь ли ты, женой хочу я быть, мне ли не знать, как мозги пилить. Тоже хочу семью и хочу детей. Вот мое сердце. Не капай на постель, я тебе сколько раз уже говорил. Я разорву петлю и убегу в окно. Хотя они меня связали, чтобы мне было тепло. Спасибо. И пусть случайно мое имя вслух произнесет. Я найду тебя, Евгений. Как военком. Как военком. Мой адрес помни. Улица Ленина, 79. Я все помню. Здравия желаю! Вы вообще в курсе, что тут люди живут? Да что вы смеетесь? Вы понимаете, что вы нормальным людям жить не даете? А ты? И я! И он! Не будет рубить бензопилой, ведь бензин нынче дорогой. Ему надоело во сне всех убивать. Люди, поймите, я тоже хочу поспать. Мы же хотим нормальными тоже быть, не издеваться, людям добро дарить, спать спокойно, тихо, мирно жить. А как же тогда со злом? А зло будет бдить. Друзья, в большинстве фильмов добро побеждает зло. Мы же считаем, что зло нужно не побеждать, а перевоспитывать. Любимый город для любимых людей. Спасибо! Спасибо!